Пока вся страна наблюдает за Кубком Первого канала, московская «Динамо» продолжает подготовку к своей выездной серии. Наша команда провела товарищеский матч с подмосковным «Витязем» и одержала уверенную победу. Динамовский состав по-прежнему не оптимальный. Ряд ведущих игроков в лазарете, а на этой неделе отсутствуют еще Кокарев, Вишневский и Хиетанин, которые уехали в расположение национальных сборных. К матчу с «Витязем» команда подошла в хорошем настроении и неплохом функциональном состоянии. Уходящий год надо проводить как подобает. Осталось всего 4 игры. Хорошо подготовились, поработали эти дни. Вот. Сейчас отыграли игру, довольно неплохо, я так думаю. Завтра выходной, отдохнуть, 2 тренировки и в бой. Над «Витязем» динамовцы одержали убедительную победу со счетом 3-0. Заброшенные шайбы на счету Константина Волкова, Максима Карпова и Артема Федорова. Добавим, что в середине встречи Александра Лазушина в воротах планово заменил Александр Шевченко. Выездная серия, не будет наших болельщиков, да? Вот, сейчас после паузы, да, все команды подготавливались, тренировались, я думаю, что усиленно. Ну, сейчас будут такие тяжелые, быстрые 4 игры, там, чтобы что-то делать. Ну и сразу по окончании матча на базу «Динамо» в Новогорске после медицинского обследования приехал Якуб Петржалик. Первое интервью чешского легионера после возвращения в «Динамо» уже совсем скоро на официальном сайте нашей команды.